Всем привет, дорогие друзья и подписчики. Сегодня 26 ноября 2023 года. Сейчас еду, никто туда еще не ездил. Вот, впереди снег. Сейчас покажу. Вот там целина, еще никто не ездил. Да, не знаю, блин, недалеко отъехал, но хотя я здесь я проеду. Вот эти просто сломаю. Вот это ток пилить, сломать ее.
Ну все, ребята, я приехал. Отсюда мы начнем. Вот дорожка, да? Вот так вот. Ну, не сильно так. Вначале только были. Деревяшки там мешали. Ну, посмотрим сейчас. Первый выход на лед. Вот. О, я вижу уже там промойна. Да, там Черная речка. Это мое первое место. Она, я вот здесь вот проваливался уже, вот именно вот там вот, где она вскрыта. Вот, то есть туда я не пойду, я пойду правее, выйду правее. Но я вижу уже пятна, вот, ну русло там, понятно, вскрыто. То есть не, вообще неизвестно, выйду я на лед, не выйду. Сейчас возьму пешню и ну пойдем. Ну пойдем смотреть, что там у нас получится, не получится. Вот. У меня пешня такая есть, дедовская. Опа. Вот такая вот. Еще не знаю, сколько лет, но она меня реально спасает. Так, все, остальное рыболовное все здесь оставляю, потому что оно может и не пригодиться. Вот, все, в путь. Пошли. Такое дерево здесь. О, как завалило. И в прошлом году я тоже здесь выходил. Я начинаю с этого места, потому что ну, оно недалеко от дома. Вот. Ой. Вот так вот. О. Рядышком тут находится. Фу, так, снегу навалило, конечно, вообще. Ну, вообще, по колено, да. Так, вот туда пойдем, блин. Наверное, что-то я вижу, что все мокрое. Но тут вообще около берега грязь. Такая, типа ила. И бывает иногда, что... Ой, что здесь не замерзает. А дальше получше лед. Вот это да. Ёлки-палки. Мне кажется, под таким снегом никакой лед не промерзнет. Фу, ладно. Сейчас дойду до льда, смотрю, как там. Фу. Ну что, ребята, вот там Черная речка промывает там. Вот. Здесь вроде сухо, но не знаю. Сейчас буду смотреть, какой лед похрустывает. Но здесь я по берегу иду. Слышите, хрустит? Ого! Хрустит. А посмотрим, что дальше. О! Фига себе! Пробиваюсь с одного раза. Вот так вот. Посмотрим. Там русло там моет однозначно. Ну что, вот я иду. Хрустит. С одного раза пешню не пробивает. А с двух пробивает. Вот, все, пробил. Ну-ка, глубина здесь. Ой, глубина уже приличная. Не знаю. Очень опасно. И он еще такой неровный. Лед вообще просто какая-то газета. Даже не знаю, что делать. Домой ехать. Так, конечно, красиво, ветра нету. Ну вот. Я не знаю даже как. Посмотрите дальше.
так в целом вроде толстый, ну как нормальный. Был бы он чистый, было бы проще, а то вот снег на нем лежит. Ящик брать с собой не буду. Возьму вот эту коробочку такую вот. Балансиры. Блёшин тоже не буду брать. Балансирчики. Берега тут половлю, попробую. Возьму с собой камеру. Эхолот даже брать не буду. Со струбциной. И вот такой легкий кловорот возьму. Титановый. Вот. И пойду около бережка. Открою сезон 2023-2024. Все-таки на лед вступать можно. Я тут просверлю рядышком, посмотрю в камеру, есть ли окуньки. Попробую поймать окунька. Надо же. И солнышко вышло. Порадовать меня этой красотищей. Ой, вообще. Ну да, вот там черная речка, как я говорил. Там вот русло скрыто видно. Там вообще болтается. Я, значит, взял сумочку. Взял такую удочку. Поворот, пишню. Сейчас камеру опущу, посмотрю, какая здесь глубина. И буду открывать. Сезон 23-24 твердой воды. Так, ну что, первую лунку просверлю. И посмотрю, пущу туда камеру, гляну, что там. О, должны быть острые ножи, потому что это отцовский кловорот. Вот лед. Так. Лед тонкий. Сейчас три. Здесь еще. Вон он. Три раза крутнуло, все. Глубина совсем маленькая, то есть я не знаю, даже дойду я до той глубины, где можно будет ловить. Вот дно. Вот дно. Но здесь поглубже. Рыбы здесь нет никакой. Переехал еще на одно место, вот здесь вот ловили, видно там ловили, не знаю, сейчас я ящик, наверное, тоже возьму, пойду посмотрю, где они там ловили, кого ловили, на какой глубине, может здесь открою. Так, в принципе, народу здесь много было, вот дошли до тут, до, там-то понятно русло, посмотрим, какой здесь лед, здесь можно уже брать ящик, я думаю, и с ящиком идти. Раз тут народ был, опустил камеру, переехал на другое место, а тут щука ходит. Вон она. Сейчас я ее поймаю. Единственное, что у меня... Сейчас я поймаю эту щуку в этой лунке. Наверное, обрежет, потому что у меня... А, у меня же есть этот с поводком. Сейчас я ее хлопну. Смотрите, у меня же есть удочка с хорошим поводком оснащенная. Ну-ка, а если вот эту мы ей дадим Вику? Возьмет она ее? Глубина тут небольшая. Посмотрим. Пугать ее не будем. Не хочет эту приманку. Может, балансир ей надо? Опа! Ага, было. Ткнуло, ребят, ткнуло.
было. Подбило. Опа, еще раз. Че ж ты не берешь-то? Никак, смотри, поклевки есть. Ага. Опа. Блин. Кто-то был там. Опа. Вот он. Ху-ху-ху. А тут окунь. Ха-ха. Откуда окунь-то тут взялся? Надо же. Вот так вот, да? На балансирно с удачей. Щука была, подошел окунь. Ну вот открытие сезона. Оказывается, окунь, а? Надо же. Хотел поймать щуку, которая там ходила. Я думаю, чёрт, поклевки не щучьи. Где же эта щука-то? Она здесь была. Ну что, вот. Второго взял. Кунька. Уже вот на такой вот большой вип. Так что... Мелкий, на мелкий ходил, тут рядышком нифига на балансир. Вот повесил вип, вот. Ну тот у меня, просто я вот всю щучку хочу эту поймать, которую видел в камеру. А на нее вот клюют вот такие окуни. Но его здесь мало. Я тут в камень просверлил много лунок. Прошелся. Мало его. Был бы в количестве, конечно, я думаю, таких можно было поймать прилично. Ну что, друзья, поймал я вот таких два хороших окуня. Вот. Открытие состоялось. Лед тонкий, очень тонкий лед. И я вот здесь, вот в этом месте, рыбаки уже приходили, ловили. Я вот дальше не пошел туда. Ну, лед тонкий, я вот где-то, ну, с одного удара я пешнёй пробиваю, поскрипывает. Вот тут даже лежат палки. Вот две палки, вот там вот одна палка. То есть ребят, которые ловили, для безопасности брали эти палки. Вот. Вот раз палка, и там вторая палка, я так понимаю, они с собой носили. Ну, в камеру я посмотрел, увидел щуку, хотел поймать щуку, поймал окуня. Потом сверлил, выловил еще одного окуня, и все, больше поклевок не было. Но рыбалка состоялась, открытие состоялось. Все, она была такая у меня коротенькая, то есть я где-то часиков с 10, и сейчас, по-моему, пол первого. То есть 2,5-3 часа, ну, два места я проверил. Вот, лед на озере есть, лед тонкий, морозы у нас слабенькие, вот, и вроде бы как бы снег обещают, поэтому не знаю я. Конечно, вот здесь вот, на этом месте... Жерлиц-то можно будет поставить. Может, на следующие выходные возьму карасиков и поставлю жерлицы. Все, ребят, давайте, до новых встреч. Всем рыбакам, как всегда, не хвоста, ни чешуи, как я говорю. Вот. Ну, остальным и рыбакам тоже удачи, счастья, любви, здоровья. Берегите себя. На таком тонком льду лучше не ходить. Подождать, когда будет потолще.